Всем привет, мои уважаемые нубики, и сегодня я хотел бы вам рассказать о баре Китир. Это торговец бездны. Когда вы заходите в игру и у вас появляется уведомление, вы читаете, что вернулся торговец бездны, смотрите, на какую планету он прилетел в этот раз. Читаем реле на Сатурн. И мы немедленно отправляемся туда. А что там мы будем покупать? В первую очередь сейчас я вам расскажу. Итак, переходим в звездная карта. Ищем у нас Сатурн. И видим, под таким значком находится реле. Выбираем любую вкладочку и вперед. Попасть к торговцу можно только пешочком. Дорога несложная. Еще вот одни двери. И вот вы видите толпа. Мы прибыли к торговцу бездны. Подходим и нажимаем X. Все новенькие кидаются быстренько купить какое-нибудь, может быть, оружие. Или какой-нибудь мод. Или скин, какой-нибудь глиф. Нет. Что вам нужно... Очень, на что нужно насобирать в первую очередь, это вот на такую штучку. Когда появляется трехдневный умножитель ресурсов, это очень большая удача. Все ребята, которые играют, они знают, что трехдневный умножитель надо покупать обязательно. Стоит он 400 дукатов и 150 тысяч. Всегда, когда он есть, я его покупаю. Потому что это говорит о том, что любой ресурс, который вы на миссиях находите, он автоматически у нас умножается. Это трехдневный умножитель ресурсов, запомните. Нужно 400 дукатов. Где их взять? Сейчас я вам скажу. Вот тут стоят такие вот как бы дукатные машинки. Тоже подходите, нажимаете X и здесь... ваш инвентарь. Здесь можно выставить как цена продажи, так и название, или уже есть. Самое лучшее, конечно, уже есть. Вы видите, сколько чего у вас есть в наличии. Вот, Сарина Прайм, у меня их 17 штук, но они дешевые, конечно, по 15. То вы уже сами решите, каким путем вам набить 400 дукатов. Но я вам еще раз повторяю, что трехдневный усилитель нужно брать обязательно. На этом всем пока. До новых встреч.